привет! И я решила записать мастер-класс. Вот тут такой будет видосик. Надеюсь, все будет понятно. Я постараюсь поближе показать. А вот таких вот открыточек, также являющихся подвесочками на елочку. Вот у меня их целая куча, еще больше. Ну вот, сейчас раскрою, конечно же, все запаковала в пакетики, чтобы они не трепались лишний раз. Вот так вот они выглядят без отблеска. Несложные на самом деле технологии изготовления, справится даже ребенок, можно сделать различные виды этих открыточек в зависимости, так сказать, от ингредиентов. Вот тут чуть-чуть усложнена открыточка. Вот так, оленяшки, и здесь тоже чуть-чуть посложнее вариант. Вот в основе у нас звезда. И сейчас все буду показывать. В принципе, вот я собрала наборчики, из которых и будем творить, да, такие небольшие наборы. Ну, все они отличаются, естественно, но по сути одинаковые. Так, дополнительно нам только понадобится клей. Вот. И что еще? И замазка вот такая вот школьная, обычная, любая, любой марки, штрих, замазка, как кто как называет, корректирующая жидкость, вот написано. Вот, любой марки. Но не обязательно. Стеклянные допсы, если есть. Но тоже не обязательно. Итак, что у нас в наборе? Вырубка звездочки различного размера. Так, оленяшка, снежинки, елочки, еловые веточки, цветочек, кусочек ленты, надпись и вот такие вот тканюшки. Даже не тканюшки, как кружево, бинтик или что-то подобное. Вот. И начинаем мы с того, что берем самые большие из звезд, да, переворачиваем изнанкой к себе и приклеиваем вот такую вот ленточку, которая у нас будет держалкой, так, или вешалкой, в которую можно будет цеплять на елочку нашу звезду. Я пользуюсь титаном, клей любой можно использовать, момент, ну что угодно. Какой вы используете, можно хоть ПВА, только дольше ждать. Вот так делаем петельку, капельку клея приклеиваем. Так, если хочется большей надежности, можно кусочек малярного скотча приклеить, тогда вообще нет, дерешь, но не обязательно. Так, вторую звездочку, это у нас обратная сторона, которая тоже должна быть красиво, намазываем изнаночную сторону и приклеиваем так, чтобы она совпадала с первой звездой полностью, да. Вот, то есть смотрите, у нас лицо и лицо бумажки, да, вот, то есть у нас сзади будет красиво и спереди. Ну смотрите, это выбор ваш. То есть я вот сейчас подумал, что я буду вот это вот делать зад, а это перед. Почему? Чтобы здесь можно поздравление какое-то было написать. Вот. Далее понадобятся вот эти отрезочки. Мы намазываем нашу звездочку, не полностью, можно намазывать в некоторых местах, сколько немножечко, да, чтобы у нас было сколько-то клея. Можно распределить, можно специальной кисточкой. И накладываем вот этот вот материал блестящий, или прозрачный, или кусочки бинтика, что-то такое воздушное. Дальше нам понадобятся ножнички. Мы вот это вот лишнее срезаем, придавая форму звезды ткани. Ну, можно не четко, не обязательно. Если будут махрушки, даже лучше.
но чуть-чуть приравниваем к форме звезды. Так. Вот, надеюсь, все видно. Вот такая у нас штука получилась. Так, обрезки либо применить куда-то еще можно, либо выбросить. Так, также, чтобы был объемчик, можно взять кусочки картона любого. Вот, либо просто клеим вторую звездочку. Можно без картона. Если хотите, чтобы более объемной была звездочка, мы сначала кусочек отрезаем картона, приклеиваем, а потом намазываем. Ой-ой, рисую камеру. Намазываем и приклеиваем наверх. То есть, видите, звезда чуть меньшего размера. Не важно, что там нарисовано, все равно мы это все закроем. Так, опять намазываем нашу звездочку. Так, распределяем клей. И второй кусочек ткашечки тоже приклеиваем. Так, вот надо было сначала приклеить, а потом уже, потому что резать не очень удобно. Ну, хотя нет, удобно, нормально. Но можно сначала на звездочку ткань приклеивать, а потом уже звездочку приклеивать. Вот у нас такое получилось. Так. Угу. Я вот разделю, чтобы у меня... Давайте сначала можно приклеить. Звездочку намазываем клеем. Распределяем клей. И приклеиваем ткань. Вот это наше кружево. Обрезаем лишнее. Так, кусочек картона на заднюю часть звездочки наклеиваем, если хотите более объемную. Если не хотите заморачиваться, можно без него. Сверху наклеиваем звездочку поменьше. Так, и осталась еще одна звезда. То же самое промазываем ее клеем. То есть сначала мы делаем форму нашей открыточки, приклеиваем остаточки кружева, обрезаем лишнее. Кусочек картона намазываем, его в серединку приклеиваем, намазываем этот картон. Смотрите, звездочку уже нет смысла в таком случае мазать. Вот, и приклеиваем нашу звездочку. Если где-то отклеилась, в любой момент можно подклеить. Да? Вот такая вот конструкция получилась, и она немножечко объемненькая. Так, дальше нужно выстроить композицию. У нас есть цветочек, что уже хорошо, да? Может быть, я другой какой-то возьму цветочек. Сейчас посмотрю. Такого вот есть. Так, у нас есть оленяшка. Его мы выстраиваем. Так, сюда ставим. Да, дальше елочки. Одна выглядывает из-за другой. И ставим за оленя. Так. Дальше. Надпись у нас вперед пойдет. Так. И смотрим, нужны ли нам веточки. Наверное, с веточками будет попушистее, поинтереснее. Вот видите, просто разделила пополам веточку. Так. Чтобы у меня получилось 4, а не 2. Вернее, 2, а не 1. Но если каждую разделить, то получится 4. Вот, подсунула. То есть веточки у нас идут под оленяшку. И с другой стороны под цветок тоже веточки подсунула. В принципе, вот так достаточно. Можно еще сюда куда-то под оленя тоже подоткнуть еловые веточки. Можно под звездочки, у нас они приподняты. Можно куда-то под звездочки подоткнуть. Вот. Вот. Так. Либо вот такой вот цветочек. Ну, смотрите, даже более гармонично, мне кажется. Я цветочек поменяла. Так, и снежинки есть. У меня вот одна снежинка, но я побольше там клала. Так, чтобы было у меня 2, делю снежинку пополам. И смотрите, сюда подсунула за надпись. И сюда под цветочек.
Вот получилась уже у нас композиция. Осталось все это приклеить, чтобы не потерять. Как это все? Так, сейчас я аккуратненько поднесу поближе, чтобы показать композицию. Вот немножечко скривилась надпись. Ничего страшного, сейчас приклеим ровно. Вот поближе поднесла. Вот уже все хорошо. Осталось приклеить. Чтобы не растерять композицию, вынимаю из нижних слоев. Чуть-чуть клея промазала клеем. Опять положила. Вторую елочку вынимаю. Обратную часть мажем клеем. Обратную часть подсовываю за оленя. Дальше веточки мы берем. Просто одну каплю клея капаем. Не надо полностью заливать все веточки. Нам нужна некая воздушность, чтобы у нас открытка была воздушная, красивая, легкая. Да, вот это вот я веточку хочу подсунуть под звезду. Так, дальше уберу снежинку и заклею остальные веточки. Так. Можно пока убрать цветочек, подклеить все веточки, подклеиваем. Дальше клеим оленяшку. Опять-таки только на тело наношу клей, не надо везде, на рога. Пусть рога будут в воздухе у нас. Так, клею, смотрю, ставлю петельку вертикально и смотрю, как будет олень у нас относительно петельки. То есть вертикально. Олень перпендикулярно петельке как бы, да, располагается. Дальше мы клеим цветок. Оп, сюда. Так, можно краешки также чуть-чуть вот обработать. Так, где-то добавить еще. Так. Ну, если есть капли дропсы, можно тоже их добавить. Белый, прозрачный, это не обязательно. Какая огромная получилась. Это уже как дополнительные штрихи. Так. Все, открыточка наша готова. Так, капли засохнут. Все, с обратной стороны можно. Так, завозила чем-то. Как раз ничего страшного. В таком случае, если попала уже краска, надо добавить больше краски и все. Вот. Немножечко побелим обратную сторону, чтобы краска не была одиноким пятном. Мы добавим ей подружек. Все. Такие открытки можно делать бесконечно долго, много. Вернее, не долго, а быстро как раз, но много.